В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета прошел научно-практический семинар. Его темой стал современный французский язык и инновационные технологии его преподавания. Семинар необычный, потому что на семинаре излагаются все новинки, которые существуют в области французского языка как по филологии, так и в области инновационных технологий преподавания французского языка. В этот раз семинару исполняется 49 лет. Начиная с 1968 года он проводится регулярно, с каждым годом желающих принять участие становится все больше и больше. Здесь собрались преподаватели и учителя французского языка, как высших учебных заведений, так и средних школ. Кто-то приезжает сюда ежегодно в течение уже 20 лет. Я езжу, когда могу, всегда каждый год я стараюсь приезжать, поэтому каждый год вот встречаемся с коллегами. Все новинки, которые появляются, все новые тенденции, которые есть, все это мы для себя берем и на наших уроках мы потом пытаемся все это организовать, все это внедряем. И действительно процесс обучения идет гораздо интереснее. Ребята с увлечением учат французский язык. Сегодня на семинаре среди спикеров специалисты по французскому языку и культуре. В течение года они изучали, какие инновационные методы применяются при преподавании французского языка, как его правильно изучать, учитывая тенденции 21 века. Сегодня этим и поделились преподаватели со слушателями. Кроме того, что мы узнаем, как преподается французский язык в разных учебных заведениях России, мы будем иметь возможность познакомиться с международным опытом, прямо, как говорится, от непосредственно людей, кто этим занимается. Бесценный опыт, который получат здесь преподаватели, смогут в дальнейшем применить его на практике. Это одна из главных задач семинара. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.